Товарищи красные парашютисты! Час освобождения советского Крыма из лап фашистской гадины пробил! В то время, как ваши боевые товарищи ступили на крымскую землю с борта боевых кораблей, освободили Керчь и Феодосию, вам предстоит обрушиться на головы гитлеровцев из-за облаков. Вы десантируетесь на Акманай. Деревенька эта неказистая, но стратегическое положение у нее важнейшее. Акманай расположен у основания косы Арабатская стрелка. Немецкие войска сейчас бегут с Керченского полуострова. И, конечно, им бы очень хотелось воспользоваться косой для беспрепятственного отхода на север. Ваша задача — сорвать планы фашистов! Пошел, пошел, пошел! Да чтоб их! База! Первого подбили! Горим! Садимся на воду! Прилетели, называется. С мягкой посадочкой всех. Смотрите-ка! А вот и встречающие плывут. Устроим засаду. В укрытие! Так, всем привет, с вами Джим Рейнер. Так. Иван. Иван. Кто из вас Иван? Ты? Чижов. Здесь! Хорошо. Усаживайтесь. Что-то мне не хочется на вашем грешнике лезть. Так, точно! Эй, привет. Так, точно! Здесь! Блин, вы что, дебилы? Ненавижу этих ботов. Прикрыманы! Кто это сделал? Граната. Все, мы молодцы. Добраться до берега. Ой, извиняй, парень, садись. Плыли. Господи, как же долго плыть. Давай ускоримся. Вот другое дело. Ага, мне сюда, да? Понятно. Предлагаю сначала... Диалог мне запилили. Все на выход. На выход кому сказано? Бегаем. Господи, господи, ты нас не видишь. Ты нас не видишь.
Совсем слабенько. Даже на прошлую деревушку мощнее было. Это ворона покрепче будет. И нитки тут с четверные даже есть. Так точно. Ты остаешься? Мы в бой. Так, ладно, продвигаемся. Так, сейчас же спалят нас. Ура! А, все спалит. Ну, ты что сделал? Я его убил. Будет выполнено. Отбитый на всю голову. Ра-ра-ра. Сюда. Ты что, пустой? Ага, ты у нас пулеметчик. Где твой пулемет? Куда он делся? Бронебойное оружие. Это что, твое? Это твое там? Нет, бронебойное что-то там делает. Ну что, эти успокоились где? Успокоились, молодцы. О, минное поле. Чё себе. Я сейчас буду бегать по минному поле, да? Убить, 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 убить. Хорошо, попал. Неплохо. Эй, ты чё, дебил? Всё, залутать. Есть. Всё, забираем. Будет выполнен. Теперь у нас есть охеренный МГШ. Скучить патрон. На нас нацелились. Эй, у вас на бой вообще-то, ну развернитесь. Давай, 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 подъезжай. Рома. Где вот эту херню? Думаю, она не очень подъедется. Ой-ой-ой. Боль. Про нас уже забыли вроде. Самое время кидать гранаты. Здесь! Здесь! Время кидать гранаты. Эй, нас спалили. Беги, нас спалили. А, мне норм как-то. Ой. Ой, у нас патроны кончились. Эй, привет. Бегай. Нет. Минус еще один боец. Нет. Нет. Что, минус еще один боец? Да. Ну все, ребята, я вам этого никогда не прощу. Перезаряд. Да что ж такое-то, а? Чё, перезарядил? Перезарядил. Теперь сейчас мы... Убегай. Все, убегаем. Убегай, убегай, убегай. Чё, все, да? Да-да-да, у тебя отлично получилось. Стоп, а как же бронебойное оружие? Есть бронебойное оружие. Эй, все забери. Хе-хе-хе. Так точно. Минус один. Ой.
кто это был? Это был Бишоп. Ну, германский, короче, Бишоп. Понятно, все с тобой. Супер. Нафиг. Ой. Что на меня все согрелись. Практически абсолютно все. Блин, германский вариант снайперского ружья плох. Очень-очень плох. Есть. Сюда артиллерия. Да блин, ты. Почему ты такое косое орудие? Прекрати. Огонь по пехоте! Прекрати промахиваться. Готово. Заходим. А, у тебя нихера нет. Понятно. О, понятно. Так, быстро беги к этому. Забирай все. Все, молодец. Так, эта херня все еще рабочая. Есть. Уносимся отсюда. Есть. Так, точно! Готов. Так, обеспечим прорыв. Так, прорыв продолжается. Ой, что со мной творят? Капец. Так. Пока меня еще не уничтожили. Ой-ой. Где твой ствол опять делся? Лично теряет свой ствол. А вот он. Так точно. Скуда тварь? Скуда из рода тварей? Теперь получи. Переходим на эту шняху. Надеюсь, ты еще жива. Она еще жива. Перелет. Самое то. Готово. Очистка фронта продолжается. Это орудие стало не бесполезным. Бежим дальше к этому орудию. Знаете что, будем борзыми к этому орудию, хотя нет. Соси.
Почти выбили гадов! Поднажмем, братцы! Сука, стар. Так, тут что у нас, военнопленные или что? А где враг? Понятно все. Так точно. Судьба для Антилеса. А, ну как даже? Убегай назад! Так, этого убили. Я же должен жить. Номер. Смертельный номер. Я беру последнего чувака, который не должен умереть. В прошлый раз как-то все проще было. Успеть бы даже сюда добраться. Он продвигается. Не, не сагрятся. Вы же сагритесь? Вы ведь сагритесь. Агрись, сука. Есть, он остановился. Остановился. Двигается дальше. Ходу. Так, сагрился. Красота. Артиллерия бы заработала. Фаербулы. Убегаем на жертву. А я смогу убить? Что-то мне кажется, что я не смогу его убить. Что, меня увидел? Не увидел, хорошо. Так, это союзники. Бойцов противника не намечается. Спринт. Давай, ты сможешь. Есть лидер. Ребят. Рад вас видеть, мужики. Бегай. Сейчас ваша помощь очень кстати. Найдите оружие и в бой. О, тут зенитку ставил. Зачем нам оружие? Эй. Эй. Блять. Мужики. Мужики. Они не поняли. А, блядь, мне их так можно взять. Вот в чем прикол. Так, один быстро садись. Деваем. Сюда. Все, готово. Сюда. Да. Блин, что это было? Короче, атакуй. Достанешь? Ой, так сойдет. Давай, там осталось совсем немного. Понимаете, на эту хрень идет, да? Ее нужно уничтожить полностью. Нет. Нет.
зенитка. Вот, гады, сделали так, что не подобраться. Так это сворачивать нельзя. Так точно! Вообще нельзя. Вообще нельзя. Точно! А эту можно? О, эту можно, кстати. Клево. Тащим. Тащи ее вперед. Сюда куда-то. Сквозные идут. Готово. Осталось тут совсем немного. Орудие тащим. Это орудие пытается убить, что-то не убивается. Давай, все получится, я верю. Я верю в тебя. Косвенно. У тебя получилось. Господи, я правильно сказал? Нет. Паранойя. У тебя как бы получилось, но все равно все очень плохо. Так, это мой танк? Что мне показался синим? Странно. Ой, высаживайся. О, все, они убегают. Они отступают! Дави, гадина! Ну что ж, а на этом я закончу. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.